Привет, усада, я Владус Мармеладус и... Всем привет, с вами Нобик. И сегодня мы вместе с Кубиком будем искать мега-ящики из Бравл Старс в огромном кубе из земли, мицелия и так далее. А что это у нас там на небе? У нас на небе светит солнышко. А когда такая солнечная... Когда солнечная погода в Майнкрафте, нужно поставить лайк и подписаться на канал. Вообще, мы с Кубиком поспорили. Кубик думает, что вы не сможете за 4 секунды подписаться на канал. Я ему говорю, да, за 4 секунды... Давай, кстати, вы там пока что подписывайтесь там, Владус, ты пока считай, а я пошел добавить. Стоять, нечестно, погоди, он давай челлендж. Подожди, челлендж выполнил, да подожди, челлендж выполнил сначала, Кубик, нечестно. Значит так, смотрите, давай. 4 секунды у вас есть, чтобы просто подписаться. Даже не ставьте лайк, я знаю, что вы успеете и то, и другое. Давайте просто Кубику покажем. Поехали. Раз. Быстрее. Быстрее. Пока я не считаю, пока Кубик не слышит. Ну. Да, я не слышу. 2, 3, 4, все, успели. Молодцы, успели, ребята, успели, полетели. Я так. Где? Давайте здесь начнем. Ого, Кубик. Что? Большой ящик сразу же, прикинь. Да ты дурак, в смысле? Так, тут кольчуга. Блин, это не очень хорошо. Но в конце мы определим с Кубиком, кто у нас больше всего нашел, значит, ящиков. Мы взяли еще кирку, чтобы ломать ящики, чтобы потом в конце сравнить, кто больше ящиков нашел. Аккуратно нам так нужно ходить. Так это понятно, что это буду я. Да, конечно, кого ты. Так, слушай. А пусть зрители в комментах напишут, кто больше найдет, только не подглядывайте. А давайте прямо сейчас, ребята, пишите, а я пока что начинаю продолжать искать. Эй, Кубик, ты рядом со мной ходишь, это нечестно. Начинаю продолжать искать, так, капец, так я же заговорил. А мы можем на край нашей карты выходить? Ну, можем, в принципе, но я бы не советовал тебе это делать. Я это сделаю первее, Кубик. Да, ты офигел, все, я уже на край. Так, сейчас. Все, я выкопался, посмотрим, что тут. Есть, нашел два сразу. Или один. Так, подождите, ну-ка. Ты офигел, у меня карта не прогружена, блин. А, в смысле, не прогружена. У меня все нормально, я сейчас до него достану. Ну-ка. Ребята, значит так, смотрите. У нас правила такие, никаких правил. Все. Да, офигел, опа! Главное копать аккуратно, что. А почему я увидел сейчас снег? Да я тоже, вот, смотри, тут под ним снег. Вот, зачем, почему тут... Стоп, под ним, значит, где-то рядом должен быть сундук, что ли? Кубик, знаешь что, мне выпал пистолет и берет. Я берет надеваю. А, здравия желаю, генерал Владус на службе, нафиг. Это... Сколько ты сундуков, блин, нашел? Я пока что два всего лишь. О! Всего лишь? Я вообще, блин, ни одного! Кубик мега ящика там спать! Так, смотрите. Шарик спайка я возьму два, потому что они не стакаются, и они мне забьют весь инвентарь. Смотрите, я спайк! Так, это нагрудник спайка, шлем спайка. Ёлы-палы. Так, мега ящик забираем. Не, зачем? Ты где там? Потому что я тебя сейчас уничтожу, ты офигел! Ты меня не догонишь, ты меня не догонишь. Нас не догонят. Я ухожу от тебя. Кубик, знаешь что? У нас снова здесь лагает, поэтому нам нужно копаться как-то очень аккуратно. Ты понимаешь, помнишь это? Мне кажется, что нужно все взять и немного сейчас вещи очистить, которые здесь не упадали. Как ты думаешь? Очищай, если хочешь. Только ты меня убьешь, наверное, подожди. Я вот не знаю. Можно, только Ладус. Короче, по секрету, я не помню команду. А ну тогда никакой очистки, Кубик. Я застрял, причем очень серьезно. Так, все нормально, я выбрался. Ребята, давайте, нам нужен мега ящик. Ну, пока что я Кубика уже выигрываю. Это прям стопудово. Прям вот это. Да, я вообще просто... Есть, Кубик, еще один. Да, я поделись уже со мной, блин. О май гад, их тут два. Обычный ящик и мега ящик. Ёлы-палы, вот это мне... Я еще! Зацепился! Нет. За гвоздь! Я думал, что это, блин, ящик выпал. А это... Кубик... Чё? Мне выпал Леон! Ой, я чуть не упал вниз. Всё, я думал, что мне можно сразу же выходить. Не надо выходить, Кубик. Мы еще с тобой поиграем. Да два шарика спайка. Я вообще ничего не нашел. Я нашел 5 сундуков. Так, это я забираю. И от Леона тоже чуть-чуть вот эти штуки заберу. А вот большой ящик, он такой же, как и мне выпал уже. Мне выпало то же самое. Считайте, что это очки силы. Так, вот это мы все с вами повыкидываем. Раз. Все. Смотрите, у меня места нет уже в инвентаре, что делать. Я предлагаю выкинуть. Не буду выкидывать. Хотел кольчужную броню выкинуть, но потом подумал. Это же трофей. Я это же... А, подождите-ка. Ну-ка. А может так найдем? А, здесь что ничего нет. Что у тебя-то вообще происходит? Да я хотел посмотреть, подглядеть, но кажется, я ничего так не найду. Ладно, мы пойдем тогда по этому пути, смотрите, будем вот так вот здесь копаться. Блин, офигеть, я Кубика вообще в самом начале видео уже, можно сказать, выиграл. Если он сейчас найдет что-то... Мне кажется, рассмотреть вообще, его вообще просто неинтересно, потому что я нифига не могу найти! Ладно, тебе найдешь еще, Кубик, не переживай, все будет нормально в жизни, ты понимаешь, все. Надеюсь, что реально, если не найдут, то ты лошара.
А чё я-то? Ты же не найдешь-то, ты же лошара это будешь купить. Ага, мне просто, чтобы мне так обидно было. Это нечестно. Ладно, давай там ищи, меньше слов больше делать. Меньше слов больше делать. Давай, кубик. Да, да, я помню. Кстати, ребята, по секрету, пока мы копаемся, скажу вам очень интересную информацию. Не надо, не говори! Не говори, не рассказывай это им! Они уже знают, те, кто подписан. Нет, да не знают ничего. Не-не-не-не. Знают, знают, те, кто подписан на мой инстаграм, они знают, что скоро на канале выйдет клип! Это должно было быть секретом. Это не секрет. Скоро, скоро, ребята, ждите. Это просто вообще уже вот буквально чуть. Вот просто подпишитесь на канал только ради этого. Вот кто сейчас смотрит видосы и не подписался, прямо сейчас подпишитесь. Вот сделайте на паузу видос, поставьте и подпишитесь, потом возвращайтесь смотреть. Это обязательно. И лучше еще колокольчик поставить, чтобы его вот прям сто пудов не пропустить. Ребята, ой-ой-ой-ой. Я вам пока не буду говорить когда, потому что мы его еще, ну, он в разработке, понимаете? Вот, но потом я вам обязательно скажу. Никогда его сам еще не выложишь, блин. Чё ты сказал нафиг? Чё ты сказал сам? Я сейчас тебе тэпнусь и лопатой тебе дам по лбу. Давай, тэпайся и помогай мне искать, потому что я нифига не могу найти. Я себе помогаю вообще-то. Я тут копаю огромный снег. А это значит? А это значит? Эй, чё? Почему? Что, это нифига не значит. Я знаю, сколько снега уже нашел, а кейсов нифига. Да, у меня все кейсы были на снегу. Вот. О, еще что, один снег. Что, я в смысле? О, кубик, я нашел твой тоннель. Ой, я думал, это ящик. Ну, нет, ну нет, ну нет. Ну ладно, продолжаем искать тогда. Не, я ящик пропустить никак не мог, точно, по-любому. Ну, это вряд ли. Слушай, в прошлом видео в комментах писали, что ты пропустил кристаллы. В смысле? А вот так вот? А, да. Не, ну я кристаллики, может, я просто специально не хотел собирать. А, конечно, конечно. Мы соревновались на сбор кристаллов. О, я вижу, кажется, ты там выиграл. Да не было такого, да ты вообще меня обманываешь. Да, конечно, обманываю. Ребята, что-то сейчас невезуха какая-то. Я придумал, мы пойдем сейчас наверх и будем. О, все, я, короче, придумал новую тактику. Мы будем копать сверху, потому что я сейчас в самом низу буквально. Мы сейчас вырвемся наверх, посмотрим, может, там что есть. А, блин! Я уже потихонечку выкапываюсь наверх, но что-то вообще нифига. Прям нет, вообще нифига. А вот у кубик у меня будет. Чека, 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 100%. А, я уверен в своей победе, понял? Что там планируешь, если я не понял? Я ничего не планирую, я планирую тебя выиграть, кубик, вот и все. А, да, окей, да, ну давай, да, постарайся. Все, а я выкапываю с тем временем наверх, надеюсь, мне еще чуть-чуть осталось. Но по сторонам не забываем копаться, потому что здесь может быть в любом месте мегаящик. В любом. Да я застрял, почему меня туда карту не пускаете? Что, туда идти, что ли, нельзя? Я не понял. Я не знаю, видимо, нельзя, кубик. Все, там, видимо, мегаящик, он для меня, понимаешь? Только меня пускают. Окей, да, я понял, я выдвигаюсь в ту сторону. Чё? Да ну нафиг! Да как так-то можно ко мне это? Я же сказал, это мой мегаящик. Что я нашел? Давай я тэпнусь и заберу его. Да не, ладно, да тут не мегаящик. А чё? Тут. Чё там? Раз, два, три. Ну три, чё ты считаешь, говори? И один обычный ящик! Да ты офигел! Ты офигел, ты чё такую связку Леон, нашел? Леон! Да какой Леон? Из обычного ящика кубик, это нечестно! Это из большого! Как большое, это все равно! О, все, я на самом верху практически. Ёлки-палки, как залагало, я аж испугался. Так, ну что, не стакается, что ли? Ладно, тогда просто заберу несколько. Вот кубик! Во втором! Большая бомба динамайка! Да капец, кубик, это нечестно. Ребята, я придумал новую тактику. Мы будем копать верхние слои. А, мы так никогда не делали. Сейчас я попробую сыграть по этой тактике. Да, я провалился, я знаю. Но я сейчас выберусь и продолжу. Ура! Да кубик! О! Моя тактика работает! Так, это что тут такое? Это что тут такое? Береты скинем? Да, давайте щит скинем, берет надеем. О, да, гранаты и броня! Потому что мне выпал ворон, и тебе не поздоровится! Есть. Да ладно, все мне поздоровится, кубик. У меня тоже неплохой лут здесь вообще-то. Я продолжаю вот так вот по этой тактике копаться. Давай. Марли! Да кубик, хватит! Это все в одном месте было! Есть еще один ящик, еще один! О май гад, мне тут кристальная броня выпала, ёлы-палы, кубик. Так, и в последнем ящике у нас, а нет, кратко, подожди, сейчас, так. Надо ящик же забрать, ёлы-палы, чуть-чуть. Офигеть! Да кубик! Майнер джекет! О да, это самый лучший приз. Кирка Карла! Да кубик, блин, ты вообще, ты меня... За одни ящики ты меня уже практически выиграл. Все-таки я не зря старался их искать, это хорошо. Да капец! Короче, смотри, кубик, я, знаешь что, я раз действую по тактике, что копаю чисто наверху, кстати, я нашел уже два ящика по этой тактике. Я пока хорошо, что... молодец, да, какой. я знаю, но я пока что вылезу и расставлю свои ящики. Не для того, чтобы похвастаться перед тобой, это я сделаю попозже. Я сделаю это для того, чтобы
забыл. А, чтобы скинуть сюда вещи, смотрите. Да. В мегаящик мы скинем все, что у нас есть. Все, что мы добыли, все самое ценное. Чтобы у нас инвентарь был абсолютно чистый, потому что я уверен, что я еще сегодня найду очень много ящиков, потому что что-то везет. Давайте вот прямо. У меня, блин, тут всякие круги сыра есть. Фиг да, вообще зачем? Непонятно. Круги сыра. Зачем они тебе? За это. Я вообще не знаю, но мне пофиг, они на самом деле не нужны. Кубик, мы потом по ПВПшим. Слушай, вообще капец. Я тебе. Ладно, не буду тебе рассказывать ничего, потому что у меня в голове очень крутая тактика. Ею я, конечно, сейчас пользуюсь. Есть! Еще так! О май гад, кубик, монетки и монеточная броня. Йоу! Да нафига они вообще нужны? Как нафига? Потому что у меня тут целый мегаящик предметов уже. Ты понимаешь, мне только что за один раз выпало 3 бравлера. Ты где-нибудь такое вообще видел? Нет, нигде не видел. А мегаящик! Па-пам! Па-па-па-па-па-пам! Ну что, готов? Нет, мне пофигу. Ворон! Ворон! Ворон, Спайк и Леон, да. Еще много всякой крутой брони. А, есть кристальная броня, есть кольчужная броня, есть монеточная броня. У тебя получается 3 легендарки, с какого фига вообще так? Да, и считай, что 3 обычных. А, еще военная броня. И еще пару беретов. А, ну перед у меня тоже есть только всего лишь один. Капец, смотри, я вообще просто копаюсь на самом верху и поймал уже несколько ящиков. Так чё, это что за дела? Так как так повезло? Чё, короче, ладно, я думаю, что пора уже потихоньку выдвигаться наверх. Ага, это что, это моя тактика, я тебя убивать здесь буду. Ай-яй-яй-яй. Да я в смысле выдвигаться наверх, потому что у тебя за ПВП. Ага, какой за ПВП, шит, подожди, я хочу весь верх здесь скопать, чтобы ящики найти, подожди. Ну давай, копай, сейчас так, подожди, будет. Я пока что свои сундучки расставлю, тем более, что у меня, походу, будет побольше, чем у тебя. Так, кого побольше, я сейчас найду. Кубик, ты чё, уже сдался, что ли? Нет, я смысле, играю. Я пока что сундучки только расставлю. А, ну давай, я играю еще. Я хочу найти еще как минимум 2 ящика. Как думаешь, получится? Ой, мне пофигу. Ой, как залагало, ребята. Почему так лагает? Я не хочу, чтобы так лагало. Давайте. Ну ладно, у меня сундучков поменьше, но зато у меня есть 3 биг сундучка. У тебя всего лишь 2. Мега ящик. Мега ящик. Меня достал, чёрт. Барли выпал, прикинь. Есть. Да, кубик, все. Ну за магия в него, огурцы, я не понимаю. Это изи победа. Тебе нужно как минимум сейчас найти еще хотя бы там 2 бравлера, чтобы... Слушай, какая разница вообще? Тут я тоже барли, если что, я тоже могу закидать гранатами. А, это я тебя закидаю гранатами. Это я тебя закидаю гранатами. Это я тебя закидаю, кубик. Надо вам узнать, кто кого закидает. Значит так, мы вскапываем еще вверх. Я надеюсь, ты не по моей тактике копаешь, потому что это моя. Как? Почему эти все ящики были наверху, ребята? Это что? Это же изи тактика. Еще один кубик. Да ну нафиг. Да. Да. Короче, здесь я вообще пошел вверх, я даже не представляю. Это что за маска? Смотри, у меня противогаз, а он почему-то не надевается. А, он, наверное, вот сюда надевается. Куда он надевается? Ладно, непонятно. Я что-то не понимаю, подожди, так. А у меня еще есть джетпак, прикинь, кубик. Жесть. Да хоть жопак, мне без разницы. Что ты сказал? Ты что, дурак, что ли? Так, короче, я выкидываю всю землю, чтобы словить ящик, потому что он мне нужен. Мы же собираем, коллекционируем все. Ящик! Есть? Есть еще один кубик! Мне выпал Мортис. О, неплохо. Красиво, красиво, красиво. А мне какая-то странная броня. Но, конечно же, я ее заберу. Ведь я должен тебя выиграть, пашмон. Еще один кубик, да? Это нереально. Это просто жесть какая-то. Так, я собираю, мне хотя... А, нет, мне такой не выпадал еще. А, что же скинуть? Я скину 2 лопаты. А, одну возьму целую. Так, а я скину, пожалуй, земельку, потому что мне она нафиг не нужна. Жесть, ребята. Ну, 2 ящика нашел, как я и обещал, в принципе. Давайте еще вот так вот буквально. Еще! Кубик. Да ну нафиг! Да! Что вообще за серия такая, я не понимаю! Я нашел большие бомбы динамайка и очень много кристаллов. Так, я сейчас скину все предметы, чтобы это все собрать. И в принципе, я готов кубик ПВПшиться. Давай там, вылазь потихоньку. Я пошел за своими ящиками. Давай. Блин, я еще столько не вскопал. Мне кажется, там еще столько ящиков может быть. А мы сделаем вот так вот. Пойдем. Подожди, стой. Давай, знаешь, как сделаем? Сейчас твой немного ПВП. Стой! Ты что копаешь? Ты офигел, ты сказал, что мы закончили уже. Не, все нормально. Тихо, спокойно. Мои ящики, дай мне их забрать. Подожди, давай, знаешь, как с тобой сделаем? Короче, сейчас немного ПВПшимся, а потом посмотрим. В ГМ-3 сколько мы сейчас с тобой накопали? Давай, кубик, помоги мне вылезти, иначе я тебя застрелю. Помогай, помог, вообще, суперски помог. Да, кубик, я... Пожалуйста, все, я забираю свои ящики. Блин, мне интересно в ГМ-3 посмотреть. Да капец, тут так много предметов, мне снова ничего не вошло. Ладно, я заберу все вот это и...
кубик. Можно я снова тебе ТП-шлю? Спасибо. Все, готовься. Я сейчас посмотрю, что у тебя там такое. Но мой сундук практически полностью заполнен. Это просто жесть какая-то. Просто жесть. Я собрал нереально много песок. Жесть, просто капец. Так, все, практически все скинул, и ящики расставляем. Кто же больше нашел? Интересно. Да, что ты больше нашел, ты вообще должен офигеть. Смотри, сколько у меня ящиков. Причем обычно я нашел столько же, как мега ящиков. И больших я нашел больше всего. Смотри, это все, что ты нашел, кубик. Да я тебе нафиг задаю, ты нашел с одного раза все, а ты, блин, с тысячи раз нашел. Это все, что ты нашел. Заглядывай в мор последний мега ящик. Вот еще целая куча шмоток, ты что, вот еще, смотри, вот, вот, давай, давай, ой. На, подожди, не бей, не бей. Килл Владус! Нет, не бей, смотри, лучше загляни в мега ящик мой. Какой? Вот во второй. Во второй? Давай заглянем. Ты офигел! Все! А что? Это бан, кубик, это бан. Сундук сломал, значит, это бан. Все, я готовлюсь к ПВП и начинаем драться. Ну что ж, я наполовину Барли, а наполовину Спайк, кубик, иди сюда нафиг. Иди сюда, сейчас, короче, ультану здесь, но выпускаю целую кучу мышей. Не надо. Это стрёмная ульта, я тебя застрелю. Ага, давай, приоденься, я тебе сейчас бензопилой загашу, давай. Ты офигел, стой, какой нафиг бензопилой? Чёрт, окей, я тебя понял. Так, у меня есть ещё какой-то, чё там? Ты чё там? Эй, а чё дробовик только одноразовый, что ли? Какого блин, тебя? Твои мыши мне мешают, это реально ульта. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Лови гранату! Лови! Ой-ой-ой-ой-ой, упал случайно. Так, у меня есть еще. О, пустая сумка, подожди, а где? Во, бомба, нет! Есть, минус Владус, изи! Ты офигел, да капец, ты тут летучих мышей напускал. Один, ой-ой-ой, что? А ты где? Ты меня скинул почти на самый край. Подожди, я тебя не вижу. Да, ну все, не видь. А, все, я тебя вижу, иди сюда. А почему она больше не работает? Эй, а что, она восстанавливается или нет? Так, все, давай, волшебник Барли. Кстати, я же тоже был Барли, точняк, я же тебя тоже могу закидать, совсем забрать проект. А, нет, я только закидаю первый. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет. Опа, Ладус горит. Короче, ребята, мне кажется, что ПВП получается очень равный. Вот прям вообще 1-0. Ой-ой-ой-ой, спокойно, нет, не сдохни. Иди сюда, иди сюда. Нет, кубик, не надо, ребята, ставьте лайк, подпишитесь обязательно на канал. И все, всем пока, друзья.